Всем привет, ребят, с вами Настя, и сегодня хочу вам показать все палетки для лица, и также сегодня забрала из Вайбриса, и также показать одну палетку. Это не все мои палетки для лица, у меня еще находятся палетки для лица у родителей, которые я тоже сниму для вас тоже видео. Это будет в одном видео, которое я купила в Магнит Косметик. Я сходила, ее купила 01 оттеночке, и она мне очень сильно понравилась. Я решила ее купить, посмотреть, потестить. Здесь доктора один такой темненький, очень такой, очень я заказала на Вайберсе и забрала уже их и уже распаковала и сняла для вас видео, которое смонтирую, и уже скоро на моем канале уже выйдет распаковка из Вайбриса. Еще раз вам покажу такие вот палеточки. Это вот такая вот палетка Sculptor Contouring. Мне очень сильно он понравился, очень такой красивый цвет. И буду обязательно пользоваться. Потом вот такая вот двушечка. Здесь Румяшки и Sculptor 01 оттеночки. Оставлю все ссылки в описании обязательно. Ну, сводч я не буду делать в том видео, где я распаковывала из Вайберса по ссылке. Там уже сводчи есть. А это Румяшки и Sculptor. Еще один. Вот. Ну и вот такая вот новенькая пудра, которая закончилась, она у меня. Я вам ее покажу. И очень шикарно смотрится на лице. Мне она очень сильно понравилась. Очень такая мягенькая и приятно на ощупь. Буду обязательно пользоваться. Сделаем как раз ему видосик. Потом следующая, это вот такая вот палетка. Ой, нет, это хайлайтер в сердечке. Очень люблю такой вот хайлайтер. Очень такой красивый, сияющий. И ни разу с ним ей не пользовалась, но только то вот такая вот трешечка. Очень сильно люблю вот такую вот палеточку. Вот такие вот оттеночки. Очень красивые. Это 01 оттенок. Редко. Beauty Bomb. Старая коллекция, 01 оттеночки. Тут есть и Sculptor вот такой вот красивый. У меня такие вот хайлайтеры. Еще пока что ни разу не пользовалась, но очень люблю универсальные палетки, чтобы здесь все было. Показать, это вот такая вот пудра Stellary. Она вот такая вот красивая у нее упаковочка. 02 оттеночки. Вот такая вот пудра. Очень красивая. Я люблю больше всех ихние палетки Stellary. Я не люблю помады, блески. Еще пока что. Ну, помады я пробовала, а вот блески как бы еще не пробовала еще ни разу. И мне нравится очень сильно ихние палеточки для лица, и как раз я вам покажу еще одну палеточку для лица, трешки. Я вам покажу самая моя любимая палеточка Stellary. Это универсальная палетка, она мне очень сильно нравится, это первый тон, и она очень красивая смотрится. Тут есть и Sculptor, и Румяшечки, и хайлайтер. Хайлайтер очень такой сияющий, очень красивый. Ну и, конечно, палетка сама очень качественная, и здесь Sculptor прям рабочий и очень хороший. На деле будет очень красиво смотреться на лице. Ну и Румяшечки, конечно, тут тоже не подводят. Тоже рабочая палетка, она мне очень нравится, и как раз я ее с собой возьму. Будет она мне радовать. Ну и также возьму с собой Beauty Bomb. Это вот такая вот палеточка. Тоже люблю универсальные палетки. Это 01 оттеночки. Дотерла до дыр. Это самый мой любимый хайлайтер. Я его обожаю. Он такой сияющий, красивый на лице. И, конечно, универсальная палетка мне очень сильно нравится тем, чем по отдельности. Следующая палетка
вот такая вот 0,4 оттенки. Это давнишняя моя палетка, я уже не помню, сколько ей лет, но здесь уже стерся название этой палетки, как фирма. Но здесь офигенные просто сияющие хайлайтеры. Заканчивается от темного. Это вот такой вот золотистый хайлайтер, который я не очень сильно пользуюсь. Потом вот такой вот светло-коричневый, очень красиво смотрится. Ну и вот это, конечно, это мой самый любимый хайлайтер, я его обожаю. Это самый такой розовый красивый цвет под... Он прям такой сияющий-сияющий, я его просто люблю, я постоянно им пользуюсь, даже можете увидеть. Это побольше, это средний, а красивая палеточка, я ее очень сильно люблю, ну и, конечно, она маленькая и войдет в любую сумочку и любую косметичку. Следующее, это жидкий хайлайтер в стике, тут есть вот такой вот хайлайтер, жидкий, белого цвета. Он очень красивый. Я вам показываю его в Инстаграме. Очень сияющий, красивый хайлайтер. Очень такой жирненький. Но сейчас я вам покажу еще жидкий хайлайтер. Стики. О, смотрите, какая красота. Мне очень нравятся вот такие вот жидкие хайлайтеры. И очень красиво смотрится. И... Пудра Maybelline New York 0,3 оттенки. Это самая светлая пудра. Она мне очень сильно нравится. И очень сильно люблю такую пудру. Она рабочая, классная. Две однушечки, две штучки вот такие вот хайлайтеры из Литуаля. Когда я распаковывала календарь, Литуальский календарь, я оставлю ссылку в описании, если, конечно, найду. Такой вот розовый нравится, очень красивый, мягкий хайлайтер, посмотрите. Очень красивый хайлайт. Есть для лица, это такая вот моя универсальная палетка, которую я тоже возьму с собой. Тут есть оттенки, которые мне нужны, но я еще по свотчу. Я привезла еще мою любимую палетку Nike 4, я ее обожаю, это моя самая любимая палеточка, вы уже про нее уже 150 раз уже ее видели. Еще раз покажу, это вот такие вот цвета, она у меня уже заканчивается, она уже... Про эту палетку я красилась только один раз, я ее заказывала на Вайберсе, но почему я ее заказала, потому что тут есть гамма цветов, которые мне нужны, вот так вот смотрится палетка, и тут есть хайлайтеры. Я люблю универсальные палетки, не люблю вот так вот, как чтобы было по отдельности, я люблю вот, если взять вот палетку, тут есть и контуринг, и хайлайтер, и румяшки. Все, это идеально. То же самое с Теллари. Контуринг, хайлайтер и румяшки. Взяли кисточку, помазались и все. И прям просто идеально. То же самое пудра, стики, вот такой вот хайлайтер. И то же самое вот палетка. Тоже универсальная палетка. Разные хайлайт в двух палетках. Это с Теллари и Beauty Bomb. Как раз. Румяшки я как бы не люблю, я ими не пользуюсь вообще, я люблю хайлайтер и контуринг. Вот такие вот палеточки, я вам еще раз их покажу, это вот такая вот палеточка, и контуринг, и хайлайтер, вот два контуринга, один светлый, один темный, мне все-все-все контуринг понравились, и все идеально просто подходят в тон моего лица. Тут есть и вот такие вот хайлайтеры, просто какие вам нужны. Я также могу взять эту палетку и просто пойти куда-нибудь. Потом вот такая вот контуринг для лица, то же самое. Тоже офигенная палеточка. Подружилась, кстати, с ней. Ну и пудра, которую я заказала на всякий случай, она у меня прошла. Потому что эта пудра скоро у меня закончится, я, кстати, люблю пудру. Раньше я ей как бы, ну, с пудрами вообще я как бы не пользовалась, вообще как бы избегала пудру. То есть, ну, как бы, ладно, консилер. Консилер, кстати, тоже я избегала, но как-то... Ну, хотелось бы, конечно, пользоваться что-нибудь, чтобы вот какие-нибудь покраснения замазать на своем лице.
Но я, кстати, раньше, когда я избегала консилеров, я покупала вот такое вот средство. Я очень сильно его люблю. Это BB-крем. Это очень красивый увлажняющий крем. Он подготавливает кожу под макияж. Но это как бы увлажняющий тон, но я плюс еще заказала, подготавливает кожу. Она очень красиво смотрится, это трешечка, все по-летнему, все прекрасно. И как раз вот эти два средства будут подготавливать мою кожу под макияж. И будет идеально красиво смотреться. Я очень их сильно люблю. И как раз они мне послужат очень долго. Так, вернемся к этой палеточке. Такой вот хайлайтер красивый, он мне очень сильно нравится. Здесь вот такой вот светло-коричневый. Ну и, конечно, темно-коричневый. Я даже не знаю, к чему это просто такой хайлайтер. Это такой темно-коричневый. Это для теней, чтобы затемнять складку века. И очень будет, наверное, красиво смотреться. Но я этой палеткой как бы не пользовалась. Я пользовалась только один раз, но и тем более мне помогала вот эта палеточка кошечка Beauty Bomb. И, ну, как сказать, здесь тени просто классные, да? Ссылочки я обязательно буду вам обязательно снимать видео. Мне очень нравится заказывать посылки, распаковывать с вами что-нибудь, делиться, какие-то, может, даже и макияжи буду. Если вы хотите, то напишите в комментариях, я обязательно сниму для вас, чтобы не пропускать мои следующие видео. Побольше лайков, побольше комментариев, побольше активности на моем YouTube-канале мне не помешает. Всем до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока!